have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Всем здрасте. Всем доброго времени суток. Продолжаем мы находиться на вот этой станции. Мы у яговистов или где? Это Европа или яговисты? Это европейск... Ну, мы в любом случае на Европе. Это исследовательская станция на перешейке между двумя локациями. И сейчас к Стигме подошли некоторые культисты. Хотят прийти. Вам приближается два бледных... Вам приближаются два бледных с синяками под глазами. Они тянутся к чему-то под одеждами. Вы чувствуете угрозы. Полегче, братья мои, мое время до Вознесения еще не пришло. Они останавливаются, извиняются, что не признали в вас брата. И вы втроем выпиваете коктейли с шутками и примирением. Они делятся информацией об этом аванпосте. А? Серьезно? Плюс 7? Да. Это неплохо, кстати. Это они, да. Походу, меня это хотели мне впихнуть, но... Ну да, языком в ухе пошарить, ну... А кто не хотел? Кстати, да. Ну, прикол в том, что я, блин, одет в их одеяние, у меня язык огромный. Культистский. Язык до Киева доведет. Ну. О как. Момейсар... Шо-шо-шо, чё там? Момейсар спрашивает меня, эй, хотите заработать? Пара наших последователей ищет транспорт на сосед... Блять, кто это переводил? Почему здесь буквы неправильно написаны? Пара наших последователей ищет транспорт до соседнего аванпоста. Но хочу вас предупредить, что они могут попытаться совершить причащение. Хотя мы им объяснили, что к этому они пока не готовы. Поэтому присматривайте за ними, пожалуйста. Чтобы они не учинили у вас на борту никаких глупостей. О, как! Что за бомжей переводим? И... Боже, нам в любом случае идти в Бегород, ту колонию. У нас 4 квеста туда ведет. Сейчас, ребят, секунду. Да, пока без отплытий. Без отплытий, потому что я чиню нижний шлюз, который нам сломали твари в прошлой серии. Так я без заказал. Отплытий, потому что я вор. Ну, сама дверь шлюза, она просто искалечит. Ты заказал починку? Ну, вообще, да. Хорошо, все, вопрос нет. Знаете, я что-то захотел себе купить. Почему ритуальная лампа 169 кредитов? Ну... Почему у нас в ящичках кости молох? Ладно. Кости мотлоха. Интересно, что это за большая красная кнопка? Это я кровь выронил, оказывается. Так, у нас 4 очага пробоин, скажем так. В смысле, у нас вот эта часть затоплен? Чё, блин? Опа. Нет, water level 0, нормально. Так, что у нас здесь есть? О! По балластам 51. Что? Я напер медикаментов. Хорошо, классно. Опа, ладно. Подожди, тихо. Ребятки, дайте мы, наверное, на паузу, пока что-то не случится. Да, у меня ивент. Давай, ивент. Вы слышите двух разговаривающих неподалеку ученых. Значит, мне просто нажать и держать эту кнопку? Большую красную. Вдали слышится негромкий гул, как от старинного пылесоса. Да, однако нельзя допустить перегрева. Перегрева? Гул становится все громче. Ох, ё! Пронзительно, что-то взорвалось. Ну, я пошел фарш собирать. Что у вас здесь есть? Что-то взорвалось. Пошел фарш собирать. Смотрим. Неплохо. Древнее оружие осмотреть. Осмотрите сразу, пока не пришла охрана. Конечно же, осмотреть. Нажать кнопку. Конечно же, нажать. Посмотри что-нибудь полезное. Куда спереть? Вы гарпун на землю. Это в карман, быстро! По карманам, давай! Где ты? Сразу на самую верхнюю палубу! На самую верхнюю? Да! Я спёр!
Где? Где? Я на самой верхней палубе был. Тебя ушатали? Нет еще. Беги, быстро, Форест! Я в корабле! А, притащил! Смотри! Че это? Древнее оружие. Оно разорвало в клочья просто этих... Так, стой, подожди. Стой, древнее оружие с... Это тоже я спер. Так, а меня будут бить, если я вернусь? А что... Что я сейчас... Короче, смотри, на, держи вот эту штуку. Если взять ее в руки, у тебя появится, типа, нажать Shift для того, чтобы больше узнать. Нажимаешь Shift, он говорит, нажми среднюю кнопку, но потом начинает твориться дичь. А. Так, я пошел трупы еще. Так, естественно, она не заряжена, Фрум. Понятно, смотри, что она не заряжена, но почему начинает твориться вот дичь? Вот так. Пригнись. А. Чтобы ее стрелять, как она стреляет. Давай, а она стреляет? А баба, алло, блин! Не понял. Я спер! Чем ты ее зарядил? Опа, да. Тихо! Инопланетным яйцом каким-то? У меня ивент еще один. Ну-ка. Охранник указывает вам остановиться. Эй, ты, что это был за взрыв? Удалось увидеть? Неа, вообще нет. Что за бардак? Ну типа, я не увидел. Что за бардак? Произносит охранник, включая рацию. Высылайте команду очистки, она здесь пригодится. Вот где труп валяется. Ты не против, если я его унесу? О, ребят, идите сюда. Идем. Куда? Я тут... Тут надо помочь мне второй огрызок забрать. А сюда это куда? На самый верх. А может тут в комнатке никого нет? Да, я сейчас в комнатку зашел. Так. Блин, я на секундочку подумал сейчас, какие же прокачанные ноги у этих чуваков, которые тут на этих станциях. Я первый. Мне нужно проверить твои документы, подожди в секунду. Я такой, я от него ухожу, он такой, всего хорошего. Чё, блин? Так, стоп, кажется, я не беру древнее оружие с собой, потому что оно уже крадено. Ну да, оставил. Если что, я ему эту ритуальную лампу с феромонами Хаска в лицо кину. Зад. Ветер дует. Так, я разобрал два трупа. Вкусно. Да. Это HR-менеджер, погоди, Норико Риос. Так, надо прогнать типа, блин. Уходи отсюда, уходи. Я хочу забрать эти ошметки очень сильно, уйди отсюда. Я один не понимаю, где эти вот, ошметки. Ну вот вообще. Здесь справа. На самом верху в исследовательской. А, не, подожди, это еще выше. Вам влево надо идти. Вот я у входа сейчас стою. Кого, блин? Чего, блин, где? Я вот прям у входа в этот. О, привет. Да, правильно пишешь. Фрум, спускайся вниз обратно. На самый верх, спускайся вниз обратно. Вот вы не в тот самый верх пошли. Так объяснить же нужно же. Какой верх нам идти, ладно. Ну, вот это результат моих действий, если что. Клеопатра Стэнли? Да, два трупа. Вот этого типа надо увезти, я хочу вот эти куски забрать еще в карман. Они краденые будут. Это куски чего? Alien Curse 3, я понял. Опа. Это Слаб на чудил? Да, я колдую хожу. Вот надо... Ну что, у тебя есть этот молоточек? Иди! Клоунский. Не, тебе его вниз надо стащить. А, подожди, а может оно... Здесь есть окно? Есть. Да, здесь есть окно. Хватит. Не вот. Хватит! Так, нет, ты не сможешь его таскать. Держи молоток, бей его. Отцепись. Это молоток шуточный? Молоток шуточный, тебя не будет розг давать, он внизу упал. Погоди, может он сейчас навоняет и... И он уйдет. Не, он туда идет. На, держи молоточек, короче, бей им. О, он отвернулся, он сидит. Этого уходит. Тихо. А он спиной может видеть. Как он спиной может видеть? Тихо. Кради. Кради. Да, сейчас, сек. Ты можешь спокойно брать, бери. Я взял, сейчас. А, так оно не ворованное даже, пипец. И сколько шуму было, ладно. Чуть... Потому что за пушку меня пытались накуканить, я убегал. Ладно, пойдем обратно. Да, главное, что самое веселое мы сперли.
Так, ну... Ради приличия... Вот так. Ради приличия я все-таки ствол освещу свечами. Чтобы соблюсти все ритуалы. Ах уж, эти ритуальные жертвоприношения стволов. Где встречаемся, смотреть? Рядом с этим, с деконструктором. Деконструктор, давай. Что это? Напердел. Так, удостоверение, если хотите, можете взять. Оп. Ой. Я тут ритуальную свечу уронил в болото. Я ничего страшного. Так, ну. Ну давай, стреляй. Не вас, не в нас! У нас там БК, нет? Нет. Я бы от него отошел, а то ученым руки это оторвало. Ну, с богом. Не перегрей. А. О, прикольно. Чем ты его зарядил? Стой. И инопланетными энергочейками. Вот у нас тут ящик краденых. Класс. Оно хорошо коцает корпус. Я верю. Инопланетный лазерный резак. Так, все, ладно, ребятки, тогда давай поплыли, потому что надо бы как-то успеть за сегодня что-то сделать. Это офигенная находка, мне она нравится. Кто будет владельцем этого экскалибура? Кто хочет, мне все равно. Не-не-не-не-не, да, давай, хорошо. Ты там у нас мастер по резакам, вперед будешь. Ну, кстати. У меня мои штурмовки, я бомбарду возьму тогда, пофиг. Слушайте, ребят, нам бы отшортоваться и поварить пока сверху все, ну ладно. Да, хорошо. Пока... Так, ребятушки, у нас тут хихоньки-хахоньки вроде как говорят на эту сторону. Надо сосредоточиться. Так. Начинаем сосредотачиваться. Глубина 4700 метров, мы подплываем к источнику инфразвукового сигнала. Посмотрите, что там на заднем фоне! Ты слишком эффективно к ним подплываешь. А что там на заднем фоне? Там какая-то огромная дичь. Дичи не наблюдаю, но верю. Тут хватает дичи. Это на. Это древняя улитка, у нет. Сейчас будет War Thunder. Вот гадину сюда не приплетай. Опа, это... Что? Я понял, что это. Это древнее НЛО. О, привет, я не знаю, ком сейчас буду биться. Так, привет. Ой-ой-ой. Я слишком эффективно пилю, что наш корабль пропиливаю. Туда стрелять или нет? Фрум, не хочешь сходить? Хочу, но мы на него падаем, ты видишь? Все в порядке. Тут страж. Пойдем. Он не пойдем, живой, пойдем, но пойдем, нужно полазить. Этот. Захватите артефакт, чтобы стража лопнуть. А где он, я даже не помню. А Сигма, можешь мне вход обеспечить? Ну. А можешь, пожалуйста, обеспечить будет, вход да? Вот здесь, потому что этот прикроет этим кораблем сейчас. Если он утонет. Там что-то лезет за вами, ребят. Да, я знаю. Это нормально? Они исчезают просто от двух. Этим резаком. В смысле? Я его убил ломиками, мне дали одно медицинское знание. А ты у нас нет артефакта? Нет. О, на мне этот гадость сидит. Да я их сбиваю по возможности, подожди. Меня не удай. Ты-то заживешь, он не заживет, они сверху идут. Они тоже заживают. Спокойно. Нафиг. Гадость. Он прицепляется слишком эффективно ко мне, я начну умирать от одного удара ломом. Ну, одного удара ломиком мне хватает, потому что я его вкачал. Куда его? Видимо, придется на корабль за артефактом все-таки. Да. Индубационная капсула. Блин, их тут бесконечно вообще. Какого фига? Они что, спавнится? Да, они тут спавнятся, офигеть! Их по три штуки вылазят. Они вылазят из-за этого. Так, хорошо, и чем. Да, а зачем тогда, если они бесконечные? Ну, хотя бы чтобы не сдохнуть. Ау! Так, хорошо, я за артефакт. Давай. Да неудобно сражаться, ужас. Согласен. Капец, ты их током бьешь, офигенно. Это я их током бью? Да, это у тебя
прокачанный навык. Ой. Ну если чуть-чуть не хватило до этой следующего уровня. Если их с одного удара разбиваешь. Я себе монтировку прокачал пока это, поэтому у меня монтировка, я потому с ней хожу, она плюс 100% урона. Я потому искал себе как Гордон раз. Фриман. Да-да-да. Жалко, что за это ачивка так не называется. Свободный человек. Там, кстати, топорик выкинут в машинном отделении, если кто хочет. Машинное отделение. Кайф. Мы тут уже салатик нарубили, так что давай. Ну, ребят, я не помню, какая кнопка за что отвечает. Я правильно нажал, все в порядке. Мог нажать, кстати, неправильно, но вылупилось. Пришлось бы выпилить. Пришлось бы, если бы оно вылупилось, пришлось бы его выпилить, да. Давайте отплывать, пока эти помидоры нас не съели. Ой, тут что? Ты вниз проплыл? Да. Смотри. Здесь фонарик? У меня да, есть. О, отлично. Включить? Я понять не имею, как правильно оно работает. Отплываем. Так, это осветительные приборы инопланетные, по идее. Оно у тебя на жопе висит, если что. У меня? Да. Ну лучше, чтобы они по мне монтировки. Так, это какая-то головоломка. Давай. Будем. А ну подожди, открой. Открывай. Тихо, тихо. А, так что мы тупим? Может их просто выжигу. Их можно вскрывать, если что, руками. Тут электрический. О, артефакт. Я взял артефакт. Она вторая из Дексис, подожди. Не подплывайте ко мне. Правильно открыл. Давай. Здорово. Все, уходите от меня, отплывайте, отплывайте, отплывайте. Давай, от давай, меня. Давай, отплыли, отплыли. Видали? Черт. А что мы тут делаем, кстати? А! Видимо, активируем. Не подплывай. Не опасно подплывать. А, тут было два инопланетных энергоблока, кстати. Их надо забрать. Я быстро гарпун. Я забрал их. Физикуревые гарпуны очень сильно нужны. Я с гарпунами стреляю, но я другими стреляю. Тебе тогда свет позже. Нужен с тобой плавать или нет? Да я сам себе свет. С этой штукой. А куда он его потащил вообще? Направо уже тащил. Направо, ну, направо, да. Направо, да. Ну, налево мы были там. Слева тупик. Сейчас подожди, не входи ко мне. Вот теперь можешь входить. Я проплываю в ту сторону, ты вставляешь артефакт. Так. Выйти. А ты что, Маклауд, что ли, что ты с ним лазишь? М? Что ты с ним лазишь? Ты Маклауд, что ли? Его можно впихнуть в реактор местный. И заработает комплекс полностью. Пофиндоры! За стенку! Успеет плыть от тебя? Бум! Как будто бы... Бомбалейла. Здесь не хватает какой-то эпичной музыки. Да. Ох, ё-моё, взрывай их нафиг. Раз, два, три, тэдэш! Меня в первый раз этот артефакт прожарил. Тыдыщ. А кто такие тыдыщи? Оно такое классное здесь все. Да. Немножечко не разделяю твоего энтузиазма. Тут прикольно, но я не вижу, чем, чем эта штука отличается от прошлых, в которых мы плавали. Стенкам близко не подплывать, они тоже электризуются. Ну что ж вы так жметесь ко мне? О, так. Сюда его надо. Сюда нам надо. Что у меня по батарейке? А, нет, батарейки индуктор, не подожди. Отплыви от меня, отплыви от меня, отплыви от меня. Так, с какой стороны к тебе подплыть надо? А, понял. Это приказы. Ну, какой-то индуктор, ладно. И плывем дальше. Вниз? Давай. Где тут обладатель светоидиодов? Бум. А. Вы будете шокированы. Это нормально. Так, короче, если вы просто рядом, то он вас не бьет вроде. Ну, мне прилетело, все нормально. Но это он от стенки прилетело тебе. Он по стенкам может бить.
Проплыли по кишке, а, выплыли. Ну мы жопы. У меня на жопе помидор. Но он сдох. Что здесь есть? Ничего здесь нет. Скоро удар. Да проплывает и не курсится. Бум. Чё со слагом? Куда он делся? Он наверху? А. Ну и он просто исчез. О! Кто? А, пинга! Ё-моё, тут помидоров! Пингануло, да. Сорян, ребят. Помидоры, Рим. Да. Ой, а понятная лавочка? А вот сейчас, когда пингануло, это прям сильно критично было? Да. Ну, меня... Отбросило хорошенько так. Мы не знаем где-то даже. Да. Оу. Ну, это не совсем хорошо. Я наружу выплыл. В какую... А, вон, в ту наружу. Ну, я не хочу наружу выплывать. Бум. Хорошо, чем мы тут делаем тогда? Мы, по идее, должны комплекс запустить. Либо этот артефакт упереть домой. Но я не думаю, что нам сильно нужен. Блин, а конечно, мне кажется, нам корабль разнесет нафиг. Здесь у нас что? Ай, дайстинка коротит. По идее, наша цель — это инфразвуковой сигнал. Забирай артефакт оттуда из двери. В двери артефакт инфру. Сзади, который? Сейчас. У нас все равно возвращаемся в тупик. Забрал. Да, ребят. Чё? Я иду к сукому сигналу. Ну, да. А, то есть обладатель уже, сверла. Да? Обладатель сверла, просверли. Хотя, может, тут нормально. Где? Может. Куда сверлить? Пока где вообще, блин? А, да в жесть, сейчас, секунду. Я должен... Мне кажется, он где-то справа, не? О, наш. А, нет. Я не знаю, где он. Сейчас, подождите, ребят, подождите. Помидор сейчас лопнет от удара энергии. Нет, я его убил энергии. Нет, я не забрал артефакт. Или там, да, они с двух сторон. Они, видимо, с двух. Ну, один у меня в кармане, вон. Ну, вот у меня тебе, да. Где Слагус? Сейчас, подождите, я... Очень. Да. А, нет! Стоп! Так всё, да вот или теперь... нет, да? Все, иду к вам, иду. Это... Я должен был убедиться, и теперь я уверен. Вот же ж убедюн. Сейчас, извиняюсь, у меня сонар в кармане работает. Я тут пока помидоров избиваю, подожди. Ты не из дробовика же. Не из дробовика. Так, ребят, ты просто все еще дробовик держишь. Я переключился на монтировку. Пошлите. Фиганул его разочек, и потом переключился обратно на дробаш, потому что фонарик тут. О, пап. Пипец. А ну. Сейчас я его распилю. Убил. Что у него тут есть? Выбирай. Опа. Говно всякое. Это меня восстановит. Этот хаск. Хасаск. Пошлите, ребят, там наверх. Я тут такое нашел. Вы сейчас облеете. Жесть. Мне уже нравятся местные стены. Бам. Ридли Скотт оценил бы. Да. Ай! Твою. Дерусь. И теперь... И еще одна. Па-па! Да, красиво. А, да, красиво. Вопрос. Но здесь где-то источник инфразвукового сигнала. А, вот он. Мужики. Датчик движения. Оу. Пипец. Ой! Иди нафиг. Все. Тихо, мерили. Так. Надо отключить эту штуку. Так, открываю сонар. Включаю. Оп, не заметил. Так. Еще и карте. А, тут уже есть такой. А я другой вставлю. Прикосновение к украшенной гравированной поверхности артефакта вызывает едва заметный зуд в голове. Выпустить артефакт из рук, внимательно изучить артефакт. О боже. Он с этим. Почему эта штука с резаком, которым я пользуюсь? Мне кажется, Фруму плохо. Не-не-не, ну да, плохо, но...
Ну, ты сейчас сознание потеряешь. У меня там это, крови с собой всякое такое, если еще вкачать. Ты у меня мертвый. Нет, я еще живой, втаскивайте мне что-нибудь. Ну, очень быстро надо, у меня ожог. Хорошо, хорошо. Не могу отбросить артефакт. Не, все, короче, хана. Нет. Вам кажется, что вы... Бля. Забыли, как двигать руками, вообще эти неприятные жары. Погоди, давай я заспавнюсь. Пофиг, скилл лосс, хорошо. Фрум, но... Не надо скилл лосс. Почему? Ну потом придется заражать хаском опять. Так ты и так тебе придется хаском заражать. Да. Погоди, я сейчас заспавнюсь без костюма, просто утону нафиг. Ну не прям так. Хорошо, я подожду. Я думаю, это будет рестарт. Не да, надо рестарт. Да? Да. Желательно артефакт тебе взять, потому что я не буду это все считать, я сдохну раньше. Чем все это вам прочитаем. Печаль. Ладно, запись на паузе. Цунарми говорит. Так, ребятки, вторая попытка. Прям наша. Перед нами. Бури. Бурится? Ого. Очень фигово бурится. Сейчас, секунду. Так, ну может мы снизу тогда зайдем? Тут вроде не такая плотная стена. Ага. Секунду. Вот тут? Да. Ага, дважды. О, вот тут. Ага, угол-то я пропилил, а толку. Ладно. Оно вообще ничего не делает. Отплыви. Этот резак вообще ничего не делает. Да и мой тут. Так, ну вот вход тогда. Вот, ладно, а вон страж. Это этот самый. Гасите эту гадину быстро. Все. Никого живые? Не успел сжечь? Нет, меня не успел, вы живы? Да. Ух, отлично. Заберите у него эту фигню. А где ствол? Нет ее. Не выпал? Оно у него встроенное, видимо, блин. Второй! Эти тебе сейчас отверну. О, вот это то, что на меня напал. Ай, ты меня... Попал. Попал. Ау. Так, у меня дырка в животе, ладно, пофиг. Так, что тебе вливать, стой. Можно, Фрум, отпусти, пожалуйста. Ладно. Спасибо. Так, зарядить. Чуть-чуть кровоточу, все в порядке. Фрактальные стражи имеют полный иммунитет к своему оружию, так что можно забить на этот резак в борьбе с ними. Он ждет все, что угодно, кроме врагов. Я понял. Ну, шотганчик пока неплохо работает. Воу-воу-воу! Свак, иди сюда. Направо. Не что могу там? Пока. Дверь? В эту. Да там. Интересно еще. Смотри, что внизу есть. Под нами. Сфера. Под нами. Не подплывай. Не собирался даже. Где? Справа. А, отключить? Чувак теряет много крови, слышите? Очень жаль. Земля пухом. Нет, в смысле, а что с ним могло произойти? Нас напали. Окисородита. Так, а как его, блядь, отключить? Да, он сдох, смотри. Ну, жаль Сергея. Ну, он и так был доходягой, так что. Впрочем, раньше на первых версиях нашей подлодки была надпись «Ставь надежду всяк сюда входящих». Ну. Ой, нашел артефакт. В обратно. Готовлюсь. Протиснулся? Тоже хочу отключать. Не за тобой или нет? Ты... Ну ладно, вниз я. Очередные символы. И что это? А ну-ка, ребят. Сфера отключилась? Не знаю, мы не там. Плохо. Ладно, сейчас я спала. Мы тут пошли рум-тур устраивать. Я сферу отрубил. Круто. Че там, у нас корабль взорвался. Ну и ладно. Вы заметили взрыв, да? Нет. Не хватает витамина D. Ну. О, привет. Аккуратнее надо из-за угла выглядывать, когда плывет человек с оружием. Я серьезно чуть не триггернулся сейчас. Нет, взрыва я не слышал, но будем надеяться, что он внутренний. Ну, меня отдохнуло, как будто бахнуло что-то. Я еще слышал крик реактора нашего. Крик реактора? Ну, пока мы не там, это не наши проблемы. Он же орёт перед тем, как лопнуть. А, надо было фрактального стража залезть, у него есть артефакт. Ага. Затопили.
Так, а какая кнопка ломает стражу? Красная. Так, это туда его. Я поплыл за тем артефактом, вы помните, где он был? Нет. Жаль. Так, а что у нас тут вообще с кораблем происходит? Где он? О, блин! Сейчас. Прикосновение. О, слышал, слышал? Страш... Да. Так. Грязи выход. Ну я его пока там оставил, потом разберемся с ним. У меня артефакт в руках. У меня артефакт в руках, я взял его. Да. Какой? Который там внутри был. Нафиг ты его взял? А может, он автоматически. Его может, надо, может они с голоду сдохнут, эти рапторы там, пока мы... Прикосновение... Я должен был шрум взять, ну ладно. Читаю уж теперь, пока не сдох. Прикосновение к украшенной гравированной поверхности артефакта вызывает едва заметный зуд в голове. Может, выпустить его нафиг? Ты не сможешь. Ребят, я не знаю, где его, поэтому я пока вернусь. Проводя руками по поверхности предмета, вы натыкаетесь на выступ, внезапно оцепенение пропадает, и вы снова в полной мере осознаете, где находитесь. Пора доставить этот артефакт туда, где его можно безопасно хоронить. Ну, то бишь на корабль, я... Едешь твою! Тут не грязевой, тут грязевой раптор, да, но здесь что-то похуже. Возможно, там их предводитель. Это мать их. Да-да-да, вот она самая мать ее. Я сейчас заварюсь в рубке нафиг. На смерть. Я слаб. Ладно, я плыву. Блин, это... Этот приход такой красивый. Осуждаю на всякий случай. Тут рёв королева! Ребята! Чего? Тебе нафиг. Так, я на всякий случай пробрю себе шире проход, чтобы я смог заплывать обратно. Прячусь от нее. Я ее жгу. Грёбаное психотропное воздействие на мой мозг. О, оно меня укусило. Я живой. Я даже целый, можно сказать. Психотропное воздействие не только на твой мозг идет, блин. Нужно срочно за пушку нижнюю сидеть. Кто-нибудь, пожалуйста. И я боюсь тупо не доплыть, блин. Меня так колбасит по-жуткому сейчас просто. Я нам пол пропилил, пытаясь этот... выбиться. Отплывай, слав ко мне! Так и не попади под струю. Ладно, я понял, это эффективно, только как резак. А ну иди сюда. Гарпуном притягиваю королеву. Бля, мне больно, пиздец. Я понимаю, что тебе... У тебя же есть чем лечиться. Чем лечиться. У меня психотропные отсутствие мозга. Ага. Пью. Просела. Мне нужно добраться до наркоты, ширнуться. Может, легче станет. Так, вроде я их перебил. Чё происходит? Ага, понятно, что происходит. Чего хорошего? Так, она снизу? Она сдохла. Хорошо, я в рубке перебил этих тварей, не знаю, насколько... Как взять в руки яичко? Так, от чего мозг проходит? Ну, типа, что можно себе такого вколоть, чтобы было хорошо? Ну, морфий. Мне надо доплыть и еще крови влить, блин. Наверное, да. Слушай, может, от морфия станет полегче. У меня через альт предметы не подбираются. Тут прям кому-то херовато. Мне. Так, эта фигня проходит. Фух, я, по-моему, пошел потихонечку на реген. Стойте, там что-то еще булькает. Я здесь булькаю.
Не-не-не-не-не, ты так не булькаешь. Добил последнего. Ну, скорее всего, последнего, возможно, не последнего. А, башка. Тут еще один. Фром не последнего. Не последнего, тут еще один где-то. Смерть? Смерть же? Надеюсь, смерть. Ползун. А, ну у нас реактор бахнул просто, все, хорошо. А, да? Да. Ага, попались. А где мой ломб? Она тебе чертила. Стоять! Что там еще кто-то сопротивляется? Пытаются. Я за ними с ломом гоняюсь. Ух, тут нифига себе. О, это целый. Все, все. От монтировки по голове еще никто не уходил. Ты меня просто оглушил, испугался, что ты меня убил. Не настолько. Стоять! Вы там сделали, что хотели, или вы вернулись, чтобы меня спасти? Мы вернулись, чтобы подлодку починить, положить артефакт, какую-нибудь комнату с хорошим пси-блокиратором и свалить отсюда. У нас такая есть? Нет. А мы этот, там еще же артефакт электрический, мы его не будем трогать вообще? Нафиг надо, нас интересует только одно. Так, мне нужно... Я, кстати, в корабль не заплыл. Молодец. Так вы не подниметесь. Ну ладно, я могу через верх плыть. Чтобы что он утонул и прижался к этому. Так, ну стержень обработан. Надо просто взять новый. Хорошо, так. Движок запустится, я просто сдохну. Не надо. Не, на самом деле движок даже меня не убивает, хотя я типа относительно слабее вас. О, трогал. Да ну? Мы тут все, по сути, шотные. Если наш... Давай, давай, вот так потолок, пока вода не выкачалась просто. Я думаю, что так темно, у меня грёбаный шлем на башке. У нас верхняя палуба даже целая относительно. А, у нас тут генераторы кислорода, батареи. Стой, а почему я не могу его починить, этот щиток? Иногда багаются щитки, они работают, но они поломаны. Так. Офигеть, что за шорткат из медосека в хранилище боеприпасов? Я бы сказал, что мы запаслись мясом на достаточно долгое время, но ладно. Мы можем кровь со стен слизывать. Я считаю, мы можем положить артефакт в комнату с кислородом, он нам не нужен, так что мы сюда не ходим. Факт. Если все здесь починю, чтобы не возвращаться. Ладно, пока что пауза. Так, ребят, артефакт мы забрали, мы пережили тут немножечко еще одну атаку мотоглавов. Слышите? Кто-нибудь сюда ко мне быстро. Не могу. Куда? У меня два артефакта. А, тут еще эта фигня! Какая? Которая сейчас взорвется нахрен! Взорвалась. Опять с этими? Да, я их отстреливаю, чтобы к нам не дошли. Блин, нет, их слишком много! Пока у меня сознание затуманено, я не могу ничего нормально делать. Давайте я просто щитки хотя бы чинить буду, чтобы хотя бы что-то делать. Так, ребят, ох ты ж, ё, как колбасит! Две мелких колбасы проплыли сюда через задний отсек. Фрома, у тебя тоже шиза едет? У всех! Это я плохо. Еще блеванул, блин. Не, ну сейчас я уже прояснилось, нормально. Вездесущие плюшкины. Так, второй артефакт сюда. Так, вы тут... Блин, короче, ладно. Почините, потом... я пойду третий утащу. Ой, мне плохо очень. Тут к нам пытается вот эта маленькая камбала проникнуть, но не может корпус пробить. Селедка. Селедочка, да. Я их всех на подходе подстрелил, их две штуки осталось. Одну, по-моему, в двигатель сосало, а... Кто там с дверью играет? Я?
Блюю на помидор. Да какого же? Кто? Эта селедка не могла так ударить. Спасибо молотоглавам за то, что продолбили путь к артефакту, мне не приходится здесь дверями в головоломке играть. Они просто здесь всю разнесли. О боже, нет! Да я не пойму, кто бьет. Ну, такая бяк, я такую сейчас радость нашел, вы не представляете. Я представляю. Поймал селедку, все. Да. Достижение. Ну, на самом деле, да, она меня бесила. У нас просто не... Не отсек с генерацией кислорода, а аномальная зона Припять. Так, пойду попробую поварить, починить, что там это. У нас баг вот этот вот с починкой никуда это не делся. Это просто визуально. Да, он просто визуально. То есть все выглядит как будто в хлам разбитое, но ты к нему подходишь, пытаешься чинить, оно в порядке. Это... Нет, 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 что-то не в порядке, подожди, тут что-то вода... Это вода настоящая, не настоящая? А, у нас пожар! Под водой? From нет, в реакторной! Это теперь может быть фальш, это может быть фальш. Я не знаю. А. Все бои обуславливаем аномалией зоны. А, ну, судя по состоянию реактора, это не фальш пожар. Но он горит под водой, да, с этим все нормально. Это база для портравмы. Так, вопрос жизни и смерти. Подсвет ли это корабль? Нет, не подсвет. Это подсвет только людей на нем. А... Да иди нафиг! Так, спаси меня, пожалуйста. Как? А как это заварить? Или оно не варится, или мы не тонем? Тут есть вода, нет воды, я не пойму. Какой ужас. Я не знаю, это как будто очень-очень старый хоррор. Сюрреализм, серьезно. Я пойду нажрусь чего-нибудь. Так, скорость откачки. Винтать! Винты! Почему, почему опять глючит? Что случилось? Не блюй. Я просто пол медицинского ящика сейчас выжру. Не надо. Да может легче станет. Что с артефактом? Почему цена неадекватно идет? Может все эти глюки из-за него на борту? Ну да. Мы огонь видим тоже из-за него. А, не, это маловероятно. Не, ну может огонь. Если огонь настоящий, то ну. Но он не тушится. Значит, это не огонь на самом деле, все хорошо. Значит, нам просто плохо. Я стою в огне с ним, и мне ничего не случается. Хорош, глючить, блин, реально, как какой-то сталкер попали. Аномалия. Монолит. Она самая, а не... Надо чиниться и путь быстрее. Что булькает? Почему мы... От чего мы... О, это что, фауна? Балластная фора заспаунилась? Выжить мне надо. Я могу, правда, вместе с балластом выжечь. Не балласт, а вот здесь. Это что это такое? Посмотри. Сейчас я могу куда смотреть. Вот здесь, где мы к пушкам поднимаемся. Что это за фигня? Бегу. А где? Вот это вот на... Ну, вот здесь. А ну почему он так выглядит? Нет, чё? Почему капитанская рубка горит? Нет, она не горит, она затоплена. А, ну ладно. Мы видим разные вещи. Мне кажется, нам всем очень плохо и пора возвращаться. Давай, 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 как раз. Куда мы сейчас можем? Мы можем куда-нибудь приплыть, причалить? Да, вот аванпост следующий. Давай, 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 все, пошел, полным ходом. Я постараюсь, ребят, очень сильно... Ёб твою мать! Этот, я не знаю, наш корабль это просто. Мы наполовину эти инопланетянки уже. Тянки, инопланетянки. Да потому что у нас пол корабля этой херней забито, мы фоним этим излучением синим. Вниз постреляйте, пожалуйста, снесите шпиль. Я не могу, меня блюет. Я прям на терминал блюю. Снес, хорошо, красавчик.
Давайте так, принимая ставки, кто реально блеванет с этой серии первым. В реальности я не блюван. Меня не штырит в игре. У меня уже глаза потекут. Можно, пожалуйста, поломать шпиль? Ну, кроме... Где? Кроме ереси, на... что происходит с кораблем? На передней пушке. Ну, там, на самой-самой передней носовой. Че? У нас, кстати, щитки дохнут в отсеке, где эта гадость куда происходит. Куда стрелять-то? Ну, сейчас, фрум, всплываю вверх, подожди. Вот этот? Давай, да-да-да, видишь? Оно не ломается. Разве? Да, ломается. Ой-ой-ой. А, да? Воу. Да, это внизу было, все нормально. Заварите, пожалуйста, балласт, самый передний и нижний. Бегу. Короче, тут ничего делать без кого-то, кто будет стоять на пушках и отстрелять шпили, нет смысла. Я бегу. Под водой бегу. Кстати, воды на самом деле нет, но я бегу под ней. А у нас наружная обшивка корабля горит, кстати. Чего? Наша обшивка снаружи горит. На передней пушке сядь под водой. Да, сел, сел, встал. Где? Сверху? Перед нами прям. О, вода исчезла. Так, скоро патроны закончены, надо перезаряжаться, так что... Да пипец, почему? Снизу цели. Снизу что-то большое, приготовьтесь рельсы фигачить, если что. Я бегу, о, огонь, привет. А на переднюю пушку быстро, 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 прям очень быстро надо. Ну, поздно. Ломай, быстро, 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 быстро. Пьем, давай, пыви. Вся дверь горит, кстати. Все в порядке. И кровать тоже. И после этой серии я пойду трахну Чайковского. Боже. Самый худший способ выразить свое желание утолить жажду, да. А он тебе уже это сказал? Нет, догадаться, наверное, можно. Я не рассказывал. Фрум сам догадался. Ну это ж логично. Спереди опять сейчас перезаряжу, перезаряжу сейчас, где вот она. А все. Передне. Ёпки нет! Почему здесь такой пожар? Там нет пожара! У меня тут пожар. Там нет пожара, хватит! Успокойся. Вода и пожар. Что происходит? Это артефакт. Это артефакт или глюки? Погоди, это... Икснайт. Все вместе. Игра, объясни, пожалуйста, что это. Быстро на рельсу вниз стрелять! Трынданом. Ишь ты. Выстрел! Их очень много! На самую большую гадость я его не видел. Хорошо, что не возвысил. Она же вниз тонет. Отстреливаю их сверху. А! Не останавливайтесь, вы чё? Мы тонем. Мы тонем. Хорошо, бам. Хорошо, чтобы дно было большое, а не за нами. Бам. Припарковались. Спереди, 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 на передний верхний кто-то, встаньте. Стараюсь, где она вообще находится? Ну, привет. Там одно. Сорян. Все в порядке. Убил? Нет. Где эта пушка, чертов? Капец. Я не понимаю, по какому принципу они достали. Все, снял. Завариваемся. Давайте варите, я посмотрю, потому что там сверху еще могли подойти. Этим артефактом непонятно вообще, что сломано, что нет. Ты не знаю, как это ересь происходит. Ты не понимаешь, что не так. Вернее, все не так, но ты не понимаешь, что по-настоящему не так. Да. Это очень тяжело с этим играть. Да, вода начала вверх подниматься. Я, кстати, все заварил. Не-не-не, вода уходит. Ну, у меня, по крайней мере, все, все пучком. У меня вода вверх, собственно. Сколько... Ой, свет появился. Сколько нам до этого? Чуть-чуть. Да, только у нас... О, нет. Вот,
И его тоже. Что на этот раз бьет, блин? Или... Я не знаю, такой щ... кукуха. Есть такое. Пипец, у нас... В принципе, насквозь корабль пробит, если что. Пробитый сосвыхвал, какого черта? Я, в принципе, не против, если сейчас все просто вырубится на нашем корабле, и просто лечь спокойно на пол и лежать... Вот просто слушать, как мы тонем. Так, мне надо в реактор пройти быстрее. Так хорошо, что из балласта можно проплыть прям в самый верх корабля. А почему так насквозь все? Подожди. Потому что мы нас офигенно достали. А, чертовы артефакты. Я просто посмотрел на эти артефакты, у меня... Кукуха поехала сразу, да? Какой дал? Я башку заварил, себе. О, пипец, где я? Как так-то? Я себе башку варил. Знаете, в чем проблема? Прям над артефактами потолок пробит был. Да. Прикинь, если бы мы их потеряли. Они не выпадают. Да пофиг. Да и слава богу. Прикиньте, этот чертов молотоглав, который это пробил, Валя у него застряла в челюсти, и такой, и все. Пожар под водой, классно. У меня тошнота максимальная, просто. Морфин себе закинь, полегче будет. Не толпыть бы на него, почему у меня баратрал, у меня же хаос. Потому что это игра такая. Ладно, паузу пока что. Я кстати, не вижу. Ну, по-моему, сейчас избавимся от этого чертового артефакта, который сводит нас всех с ума. Ох ты, всё! Ладно. Кстати, ставили куцели. Вообще не трогал. Мы на кулях тигров забили. Да хуй, они пошли. Пошли они. И акульи, и тигры, и вашу баржу просто, да. Пойдемте, понесли все вместе артефакты на этот корабль. Сейчас втроем. Ты же говорил, что нам все равно придется их мочить, блин. Как-то мы без них обошлись. Thrasher Swarm. Так, оно да, загрузится просто... сегодня или где? Я не знаю. Артефакт пространственный. Сама игра уже не хочет нас подгружать на эту базу. Сама игра играться не хочет. Игра наигралась. Пространственный, скажи, настолько мощный, что... Предлагаю на этом тогда серию заканчивать. Как-то мы не будем на запись тащить этот артефакт? Ты хочешь на запись? Ну, хорошо, давай. Давай, чтобы не только мы блеванули, давай, хорошо, пусть наши зрители тоже... Поставь пока на паузу. Ладно. Грузимся. Короче, ребят, да, такой вопрос. Я сейчас ставил запись на паузу. Мы тут сейчас приплыли в Бегород, куда мы собирались, в принципе, приплыть. Тот аванпост, с которого мы выплыли вот буквально в начале, он уже брошенный. Это как так получилось? Мы только что там были... Он не брошенный. Там потеряна связь, скорее всего, на него было нападение в тот момент, пока мы плыли. Ну, да, сказано, что потеряна связь, но он внизу подписан как брошенный и, типа, заколоченные доски на нем. Как будто там уже не осталось никого. Ну, там, видите... Мы плыли шлюз с досками с экспансией. Кто будет последний выходить, потушите свет. Вот, просто аванпосты, они обозначаются просто как аванпосты, такой, как заколоченные досками, и внизу подпись... брошенные или заброшенные. Мы тут с Сигмой вибрируем. Не надо, пожалуйста. Ты взял артефакт? У меня вон в руках, если что. Я тебя не вижу. А вот теперь вижу. А, я тебя не видел, думаю, что за шняга летающая. Хрена себе! Что? Я сейчас подхожу к нашему шлюзу, и тут трындец, пожар просто на полстанции. Я теперь понимаю, почему, откуда мы отплываем, тут заброшенные аванпосты. Ты посмотри на это. Я... А как? А как теперь? А оно распространяется! А, ты гори! Иди нафиг! Ты что? О, доступ к шлюзу! Здесь пожар, да, блин? Спасибо, капитан Очевидность! А как теперь? А, здесь тоже... Блин!
Вода теперь. Что происходит? Фортернандо! Это, кстати, по-моему, не глюки, да, ни разу? Нет, да, это горел. Это реально горит, у меня вон ожоги, все хорошо. Сейчас, подождите, мы выжжем у них весь кислород, и оно само погаснет. А мы. Мы хаски, нам нормально. Мы герои. Блин, уже пожар на второй этаж. О, пожар вниз проваливается! Я хотел добраться. Я хотел эту серию закончить эпичной фразой, знаменующей началом нового конца. Но заканчиваем ее, видимо, пожаром великим. Они такие, здесь пожар, но никто при этом ничего не пытается сделать. Красавчики. А что здесь делаешь? Ну, огнетушитель тащить, да, ну, я. Тут нету. У них реально нету огнетушителей. Прикинь, если ты сейчас такой заходишь, они говорят, мы можем тебе продать. Мы будем это тушить? Я не хочу, честно говоря. Я хочу это закончить эпично, что за херня. Меня пытаются задержать. Я, короче, ломанулся через пожар в лодку. Нафиг. Какая ты крутая. Смотри, какая у меня классная штука есть. Можно анонимный меня с ума сводить? Пошло к черту. Что нас опять шатает и трясет? Аномалии местные. Ё-моё. Там аванпост сейчас сгорит, давайте отчалим до того, как он весь выгорит. Я должен поговорить с командиром. Быстрее говори, пожар идет к тебе. Я в курсе, я не могу пройти к командиру. Лезь через огонь, ничего с тобой не станется. Я попытался, я почти сгорел. Ну, легкий загар еще никому не вредил. Да я тут... Фрум, тут не то, что легкий загар, тут... Уголек. Не грусти, похрусти. Я могу ширяться кровью и бежать сквозь пожар. Наверное. А, гребаный Дракула, ну давай. Свет ему вредит. Меня просто... Что произошло? Ребят, я завис. Пипец. А, не, нормально. Меня там просто уже арестовывать хотели. Там чувак меня схватил за руки и начал куда-то тянуть. Я на него плюнул, быстро вырвался и через огонь сюда на лодку. И вряд ли он за мной побежит, но все равно неприятно. А, у нас еще в рубке огонь. Хорошо. Это нормально. Ты уверен? Там реально кровать горит. Ну, да, это хорошо. Легче надо с острой едой перед сном, вы че? Ребят, выкиньте артефакты нахуй с корабля, блин. Где тут торпедный отсек, чтобы его торпедировать отсюда? Сейчас, секунду, где он? А где он? А вот он, секунду, выкинуть эту глубинную бомбу, нафиг. Нельзя! 16 тысяч! Похер! Пусть оно все там сгорит к черту! Сколько стоит артефакт, я хочу управлять? Блин, устроили тут эти пещеры Аушвица. Ну только одна проблема. Какая? Ребят, знаете, какая проблема? Да действительно, какая проблема тут? У нас нет 16 тысяч. А, мы им должны заплатить 16 тысяч? Да. За что? За проходку. Кто говорил, откупимся? А сколько... Нам нужно было через Европу плыть, у нас с ними очень хорошие отношения, там чуть-чуть доплатить надо было бы. А сколько им надо заплатить? 16 000, сколько у тебя денег есть сейчас? У меня 2 штуки. Сколько? Предлагаю рестарт и попробовать артефакты быстро побежать продать. Чего рестарт? Мне кажется, что... Прибытие на ванпост? Рестарт? И, короче, нас на ванпосте заспавнят же. И по идее мы сможем... сохранилось, ты прав? Ты типа это? Да. Ну не знаю, не знаю. Знаю, конечно, не знаю. Мы даже не пытались это тушить, если что, из-за огнетушителей мы просто смотрим на это. Я вот сейчас пытаюсь потушить. Из местных мемчиков. Ну мне нравится, как оно горит, да? Да. Вай. Так. Я проход открыл на подлодку, идите за огнетушителями, алло. И мы и были на подводке, если что. Да, мы тут все это время чилили.
Я вам в суп насру. Запилок? Было бы жаль, но мы не едим суп. Если суп из запилок, то тебя на эшафот отправят. Так, мужик, смотри, какая классная. У тебя так лысина сгорит, не надо. Так, продать. Почему ему не интересно? Мои две штуки нужны или нет? Продавец, продать. Тебя это интересует? 570. Что, блин? Забирай. Кому ты продал? Куда бежать? Медику. Он сейчас сгорит нахуй. У тебя есть огнетушитель? Нету, откуда? Грустно. А у медика есть огнетушитель? Вы медика сожгли? Мы сожгли медотсек. Что ж. Вот какой артефакт приносит веселье. Ты продал его? Ты успел его продать? Да. Ты получил за него деньги? Все, короче, отплываем. Блин, подожди, мы не можем отплывать. Да, блин, а давайте то так в следующей серии приплывем просто к европейцам. Как продать? Как продать? Как продать? Как продать? Я хочу продать. Что я могу продать? А как? А почему я не могу добавить и продать его? Слаг, иди сюда. Тебе в самую левую часть надо бежать. Хорошо. Там пожар опять. Торговец оружием. Ладно, ребятки, думаю, тогда на этом будем заканчивать, а то еще какое-то время пройдет, уже к следующей серии мы решим, как мы продвигаемся дальше. Чего-чего? Я хотел прощаться, но прощания не будет. Эпичного, скорее всего, на этот раз нет, но потому что время идет, поэтому да, как раз за час серия зашла, как все нормально, все хорошо, улыбаемся и машем. Все, ребятушки, тогда до следующей серии, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Адио. До свидания.